Trabalho, quando é brincadeira,
за автомашинам, и экипажи занимают места согласно боевого расчета. Вот сейчас судья, арбитр в поле покажет о готовности первой машины, вторая машина готова. И третья машина готова. И вот прозвучала команда «Исламская республика Иран» вступает в борьбу. Перед ними первое испытание «Змейка». Молодцы болельщики, молодцы! Молодцы, поддерживаем экипажи! Молодцы, здорово! Механик-водитель чувствует ваш аплодисмент, и вот так легко! Он проходит, что нас отжмит, пока белый флажок без замечаний. Команда Ирана продвигается на рубеж загрузки боеприпасов. Сейчас будет ожидать появления цели. Будет команда поднять зеленую цель. Цель поле, внимание. А тем временем запасной экипаж прибыл на место поломки боевой машины пехоты экипажа Республики Иран. Исламской Республики Иран пересела в другую машину и направилась дальше по дистанции. Продолжаем тренировать. А тем временем зеленый экипаж обнаружил мишень и производит огонь. И дальше направляется к зрительским трибунам через несколько секунд. Уважаемые зрители, ВСП Исламской Республики Иран появится перед вами. Экипаж Исламской Республики Иран проходит участок огненной полосы и приближается к противотанковому рву. Команда «Достаточно России» проходит
участок минно-взрывных заграждений и приближается к Кургану. На полном ходу экипаж команды «Газа России» летает на Курган, преодолевая навигацию и виду задачи. А в России круг проходит по Ильянской республике Венесуэла. Движется по участку минусов. Команда Исламской Республики Иран уверенно летит по городному участку нашей дистанции. Итак, третья мишень поднимается. Молодцы! Здорово! Здорово! Николай Николаевич! Вам подарок! Это подарок вам! На день рождения! Красотка уехала! Проходит Косогор, выходит на СК. Внимание! Внимание на экраны. Так. Никто получает сразу. Остановка. Двигается к Искарпу. Внимание! А в это время Исламская Республика Иран преодолевает Галейный мост, гребенки и... Исламская Республика Иран преодолевает Искарпу и убегается на второй Косогор. Команда Боливарианской Республики Венесуэла в это время выдвигается на второй огневой рубеж.